Od 2010 roku słyszałem od przyjaciela Colway, naszego autorytetu medycznego i konsultanta, profesora Siergieja Batieczki, w ofercie suplementacyjnej Colway bezwzględnie powinna znaleźć się astaksantyna, Najcenniejszy z karotenoidów. Substancja barwiąca najzdrowsze pokarmy. Jakie znamy na tej planecie, głównie żyjące w morzach, mięso łososi, skorupiaków, algi, te, które mają największe wartości spożywcze. Jarosław, wprowadźcie astaksantynę. Substancję, która oddziaływuje niemalże na wszystkie strefy naszego organizmu, substancję niedocenioną w Europie, znaną od wielu lat w Azji. Robią są furorę w Ameryce. Rada cenna, ale trudna do realizacji, jako że przepisy rzeczywiście nie sprzyjały tej substancji w Europie. Można było zdobyć się jedynie w Szwecji. I był moment, kiedy zwątpiłem w skuteczność negocjacji zmierzających do zakupu doby Astaxantyny. Ale ten moment przyszedł. Mogłem skorzystać z kolejnej rady profesora Batièczki. I powstał produkt o nazwie Aksanta. Produkt, o którym opowie człowiek, który go lobbował, dzięki któremu my u niego zabiegaliśmy, dzięki któremu on jest. Profesor Siergiej Anatolewicz batiecko Dlaczego Aksantyna Я всегда продолжаю думать о том же самом, о коллагене для нашего организма. Мы понимаем, что он вырабатывается определенными клетками. С каждым годом, особенно когда нам после 30 лет количество коллагена, этими клетками вырабатывается все меньше и меньше. И мы узнали, что эти клетки разрушаются различными факторами внешней среды. Естественно, будет меньше коллагена. Поэтому стал вопрос, как защитить мембраны этих клеток от разрушения и фибробластов, и остеобластов, и хондробластов, и многих других. Начался поиск вещества, который бы укреплял мембраны клеток и защищал их от разрушения. И таким веществом стал, стала астаксантина. Это супер антиоксидант. Он относится к группе каротиноидов, но он значительно выше по рангу, намного выше других каротиноидов. Потому что многие каротиноиды работают внутри мембраны и защищают ее внутри мембраны. Витамин С тоже относится к антиоксидантам, но он работает на поверхности мембраны. Нам нужно было вещество, которое работает и на поверхности мембраны. И внутри мембраны, из внутренней части клетки, защищая всю мембрану, этим веществом стал аста, а, астаксантин, который и трансформировался в революционный, потрясающий, фантастический, можно сказать, супер-антиоксидант оксанта. У него много различных и других положительных качеств. Конечно, он защищает в организме практически все клетки от разрушения, от повреждений ДНК, от повреждений митохондрий и так дальше. Там, где есть мембраны, там всегда должна быть защита антиоксидантом. И этим антиоксидантом является астаксантина. И еще, Важно было, чтобы этот, это вещество хорошо усваивалось нашим организмом. Это была действительно сложная проблема. Как найти такой вариант супер-антиоксиданту, который не только работал бы хорошо в условиях там in vivo, а наружно, а еще бы в условиях внутренней среды нашего организма. И, конечно, фирма Колвей нашла такой вариант. И он стал усвояемый для организма во много раз больше, в несколько сотен, даже тысячи раз. И всего лишь этим веществом послужил черный перец, вытяжка из черного перца. И это стало действительно уникальным, важным научным подходом к появлению такого великолепного продукта. 8 миллиграмм чистого астаксантина. Такого получить в продуктах питания очень трудно. Да, он встречается в, в определенных продуктах питания, например, в имбире есть и в других, но его там очень мало. Не может человек съесть, чтобы получить 8 миллиграмм астаксантина, съесть 50 грамм имбиря или другого продукта. А здесь в одной капсуле такое большое количество. Кроме того, чтобы еще многие другие витамины, которые которые нужны для внутренней биохимии клеток, такие как важные витамины группы В, различные, и В1, и В2, и В6, и b 12 тоже находились в этом составе. И они все усваивались нашими клетками и благодаря, опять-таки, субстанции черного перца усваиваемость потрясающая. Мы получили уникальный продукт. И результат не заставил себя ждать. Мы его применяем во многих программах, когда человек загрязнен, когда у него различные заболевания хронические, что приводит к появлению много различных свободных радикалов в организме и перекисей различных, когда не справляются ферменты печени, когда не справляются ферменты клеток по уничтожению этих свободных радикалов. Вот тогда мы даем этот препарат. Он нужен для профилактики многих заболеваний. Он нужен для того, чтобы скорректировать многие болезни, а не только, допустим, профилактику. Это заболевание прежде всего кожи, проблема кожи. Вся косметология проходит хорошо с участием астаксантины. Но нашего препарата оксанты который я же говорю комплексный не просто один там каротиноид супер, хотя и супер антиоксидант а еще много других кроме того все болезни суставов все болезни сосудов, а это целая огромная группа заболеваний. Кроме того, болезни печени он защищает и клетки печени, гепатоциты, болезни почек. Он защищает и клетки самих почек, а это очень важно. То есть его комплексное воздействие невероятно высоко. И мы получаем э, очень высокие результаты, применяя его в комплексе. И с э, колвитой. I z kolagenem. I ten kompleks daje zawsze bardzo dobre rezultaty. Suplementacja astaxantyną zapobiega zapaleniom układu morszowego. Suplementacja astaxantyną gasi wiele, setki mikrozapalnych w naszych organizmach, które są zaczątkiem wielu chorób. Suplementacja astaxantyną uchodzi w opinii wielu autorytetów medycznych świata za najlepszy sposób na poprawianie kondycji naszej skóry od wewnątrz. W znacznej części zawziększamy wprowadzenie tego produktu mojemu dzisiejszemu gościowi. Koniecznie musimy porozmawiać jeszcze o innych produktach. Dziękuję, Sergi. Dzięki.